Сегодня праздник еще в одном древнем городе России, столица оружейников Туле, 871 год. Центром торжеств стал Кремль, где прошло тульское торжище. Новый формат знакомства жителей с продукцией местного агропрома. В программе также интерактивные площадки, спортивные соревнования, чай из знаменитых тульских самоваров. Губернатор Алексей Дзюмин поздравил первокурсников сельскохозяйственного колледжа. Экономический потенциал, который строится в масштабах страны, большую нишу занимает, конечно, наши аграрные комплексы, наши сельхозпроизводители, которыми мы гордимся, которые мы помогаем по различным направлениям. И, конечно же, вы выбрали нужную, востребованную профессию в будущем. У нас много земель, у нас много идей, у нас много инвесторов, которые заходят, открывают свои предприятия. День города совпал с двумя знаменательными датами. В Туле отметили 240 лет со дня основания губернии и 80 лет со дня образования области. Владимир Путин поздравил жителей региона с юбилеями. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, область обладает серьезным промышленным и аграрным потенциалом. Там любят и умеют трудиться, бережно хранят традиции.